Социальным работникам охотно помогают и волонтеры. С прошлого года добровольческое движение в республике развивается особенно активно. Надежда Шикарева ежедневно навещает пожилых людей. Сегодня она наводит порядок в квартире ветерана труда Юлии Васильевны Михеевой. Надежда считает, что самое главное – это общение с пожилыми людьми. Для них она старается быть близким другом. Волонтерством я уже занимаюсь более 5 лет. Мы помогаем ветеранам, труженикам, участникам, принимаем активное участие в акциях, как помыть окна. Уже с начала апреля этого года мы начали с частного сектора, помогали им в уборке снега. А также вот сейчас уже у нас начался сезон мытья окон, где мы также ежедневно посещаем более 5 ветеранов. Хозяйка дома очень любит цветы, а ее помощница не забывает и о них. Юлия Васильевна всегда рада, когда приходят волонтеры и что есть возможность пообщаться с ними. Девчонки волонтеры ко мне часто приходят, помогают мне во всем, как говорится. Сходят в магазин и в аптеку сбегают, когда мне тяжело. Вот приходят, окна помыли, например, моют. Очень часто, когда не приходят, они созванивают, позванивают, узнают, как я чувствую сама себя. Юлия Васильевна более 40 лет проработала на электроаппаратном заводе. И сегодня она с теплотой вспоминает эти дни. Гостеприимная женщина никогда не забывает про угощения для волонтеров и признается, что за чаем не замечает, как бежит время.